Да, то есть получается, ты начинаешь идти, ведь это движение, оно может пойти в бедро, да? Ты инстинктивно где-то уже раз. Куда? Я грубо говоря. У меня ж левой как бы. Вот. Но опять же, здесь оно получается будет ниже. Видите? Это которое? Хорошо, ну понятно, хорошо еще, когда, допустим, правильно, вот когда делают обратную вверх, ее надо не жестко ставить. И кто-то зафиксировал это, а очень классно, когда наносит удар, ты, во-первых, смягчаешь кисть по максимуму, а второй тебя срабатывает нога. Раз заходишь, и вот у тебя тогда ты правую руку с клинком, не-не-не-не, и ты его именно вот завел, и вот. Моя задача как? Я-то могу тебя пробить, но мне нельзя остаться перед тобой мишенью. Поэтому я отхожу и специально убираю свое тело и все перерываю. На самом деле самли, то когда пытаются сейчас фехтовальщики, те же поляки, у них есть добою и до фехтунку. Добою, килограмм 100, как они в общем-то и стрижки. И до фехтунку такой шпилечок. И они вот это вот начинают. Вот. И тут же, когда клинок длиннее, эти движения начинаются длиннее, и тут уже динамики надо управлять. И тут как раз надо на мягких, ну, мягкой стрижке прийти. Я вот тут подловил, меня пропустил. Ну там, не важно, я просто это. Я-то увидел, вот толку. Спасибо, приятно. Давай, тебе большое спасибо.